И вот там, наверху, как работают люди, я покажу. Там видно, что ходит. А я посмотрю, что тут Михаил делает. Вот кошки. Это вот у нас миндаль расцвел. Как ты ее, как ее перепилить-то никак? А вот это. А куда так миндали так много было? Куда веточки делали? То ли их обрезал кто? Осенью их обрезали. Осенью. Ну да, обрезанные. А кто же их обрезал так? Садовод-любитель. А? Садовод-любитель. Ну такой куст был прекрасный. Глянь, сколько? Раз, два, три. Кто обрезал-то его? Надежда обрезала его. Осенью. А? Надежда обрезала. Александровна. Не пойму. Надежда обрезала. Как, Надежда? Да. Не наша, Дмуха. Так зачем? Ну, были они уже сухие, она их решила. Ну как, вот растет, никому не мешает. А вот смотри, сколько еще поросли. Ну, не зря это. Тут порослей много вон. А? Порослей много. Но все равно он один куст рос, он самый красивый был. Ну, наверное, они соображают. Да ничего не соображают. Ну, надо сказать хотя бы слово-то. Соображать. Тут соображать не надо, надо посоветоваться. Когда-то видно вода, водопровод. Нет, наверное, она не перепилилась еще. Вот длинная какая. Видимо, тут когда какой-то тут рыбокомбинат был, потом спасение на водах, освод. И, видимо, они проводили здесь... Летний водопровод. Да. Ну, небольшая труба так, в палец толщиной. Да. Длинная она получилась. Раз, два, три, 4,5 метра. Ну, сейчас ее поворачивает, она вылетит. Все, отошла. Может куда-то сгодится еще. Конечно, она хорошая. Сколько лет она тут у нас была сверху? Хорошо. Вот не спрашивай ничего. Миндаль обрезали. Такой куст был шикарный. Половина куста выхватили.
Не люблю я вот это вот. Рядом ходишь и ничего не спрашивают. Вот добрые люди, ну понятия о том, что надо спросить, нету. А вот Михаил Петрович подошел, трубу можно выпить? Она не нужна. Все равно подошел, спросил по согласию. А здесь нет. Я тут крапива росла помаленьку. Просто один заказал. Надо все спилить. Вот здесь это. Она маленькая, как грядка была. Больше ничего нет. А крапива, она такая витаминная. Прихожу, еще нету. Что ж вы командуете это здесь? Притом люди-то все хорошие, командиры. Ой-ой-ой. Вот елка. Милостью Божией стоит. Еще никто не посягнул. Вот здесь вот какой-то котел, просила здесь для Андрея это, Елена, можно взять будет его, котел, я не знаю, где-то вот здесь мы смотрели его, вон там, наверное, вот, а тот котел, который, тот никуда не девать, он нам может сгодиться. Котел, какой котел-то? Ну вот здесь вот мы вчера смотрели, фотографировал его, вот здесь вот где-то, под этим, вот здесь вот, под этой сзади, вот здесь вот, там, посмотри. Вон он, видать, вон. Понял. Вот его может забрать она. Ну, понятно. Главное, этот миндаль, такой вкус был, ни слова не говоря. Больше половины выпили. Он разрастется еще.